В Нидерландах 17 века натюрморт приобрел широкое распространение. Этому способствовал целый ряд факторов. Нидерланды пережили в первой половине 17 века небывалый экономический и культурный расцвет. Они являлись основным торговым центром Северной Европы. Голландские корабли постоянно курсировали между нидерландскими портами и колониями в Азии и Африке. Был достигнут высокий уровень достижений в общественных науках – механике, математике, физике, естествознании. Господствующий в стране кальвинизм был против украшения церквей картинами. Благодаря всем этим обстоятельствам голландское бюргерство стремилось к увековечиванию в искусстве своего благосостояния. Голландские художники, откликавшиеся на этот спрос, опирались на традиции нидерландского возрождения, в частности, на творчество Робера Кампена, Рогера ван дер Вейдена, Яна Госарда и других, кто в картинах религиозную тематику широко стал использовать элементы натюрморта. В XVI веке Бартоломеус Брейн-старший, Дирк Баус, Питер Арцен, Йоахим Бёкелар, Бартоломеус ван дер Хелст и другие стали создавать картины, в которых натюрмортные мотивы вышли на первый план, а сцены из жизни Христа отодвинулись в глубину. Натюрморт Голландии назывался «Стилевен» – «Тихая жизнь», хотя этот термин стал употребляться лишь в середине 17 века. Под «Стилевен» голландцы подразумевали изображение натуры, неподвижный момент изображения. Поэтому наряду с цветами, плодами, снедью, посудой, черепами, мертвой рыбой и битой дичью в голландских натюрмортах 17 века можно увидеть и изображение насекомых, ящериц и даже птиц и зверей. История голландской живописи 17 века распадается на три главных этапа – 1609-1640 годы, период становления голландской живописи, период напряженной энергии и воодушевления, пробужденных в народе борьбой за свободу и независимость, 1640-1670 годы, период расцвета и вместе с тем появления симптомов кризиса голландской культуры, 1670 год и далее – период упадка. Пройдя ряд этапов, из которых каждый обладал своей специфической и своеобразной значимостью, голландский натюрморт широко охватил мир вещей и органической природы. От первой стадии в творчестве художников начала века с фиксированием выставленных как бы на показ вещей, живописцы следующего поколения перешли к скромным завтракам со сгруппированными на белой скатерти металлическими и стеклянными предметами. Эти завтраки отличаются простотой изображенных вещей. Булочка, оловянные блюда, стеклянные сосуды – вот основные компоненты выдержанных в сероватой красочной гамме изображений. Несколько рыб в картинах Ормеа и Пьютера, кухонный натюрморт роттердамских художников отражают скромные пуританские вкусы демократических слоев в первой половине столетия.
Но по мере утверждения республиканского строя и последующего укрепления власти буржуазного класса, а затем постепенной аристократизации его, меняются и требования, предъявляемые к искусству. Натюрморт утрачивает свой скромный, простой характер. Завтраки становятся роскошнее и пышнее, поражая богатством колорита. Они теперь строятся на сочетании теплых тонов ковровых скатертей и разложенных на блюдах дельского фаянса или китайского фарфора оранжевых, желтых, красных фруктов, оживленных сверканием золоченых кубков и стеклянных бокалов, на поверхности которых играет свет, свидетельствующий о полном владении передачей материала и освещения. Насыщенные цветом натюрморты Кальфа, Бейерена, Стрека характеризуют пору наивысшего расцвета натюрморта. Не только время влияло на тематику и становление натюрморта, но и многое другое. Локальные особенности, хозяйственный уклад, типичный для того или иного города, часто определяет тематику и даже трактовку произведения местного художника. Отнюдь не случайно, что в быстро развивающемся Харлеме с его крепкими объединениями горожан раньше всего сложился тип тонального натюрморта. О сосредоточении хозяйственной и культурной жизни Голландии, Амстердаме, протекала деятельность создателей роскошных десертов Кальфа и Стрека. Близость с Хевенингенского побережья вдохновила живущего в Гааге Бейерена на создание натюрморта с рыбами, а в университетском центре Лейдена возник глубокомысленный натюрморт с изображением черепа и песочных часов, долженствующих напомнить о бренности земного существования. Тут же были распространены картины с изображением ученого в окружении фолиантов, глобусов и других предметов научного обихода, часто заполняющих весь первый план. Строгое разделение натюрмортов на жанры невозможно, так как зачастую в одной картине объединялось несколько мотивов. Тем не менее, можно выделить наиболее распространенные жанры.